С 16 сентября в Твери начался пуск тепла на объекты социальной сферы. Это больницы, поликлиники, школы, детские сады и другие учреждения образования и здравоохранения. Когда потеплеют батареи в жилых домах и что делать, пока в квартире холодно, выяснила наша съемочная группа. В этом году холода наступили намного раньше, чем в прошлом. Дневная температура в среднем держится на уровне 10 градусов, а ночная в районе 3. Поэтому и подача тепла начинается раньше. По данным Тверской генерации, сейчас отопление запущено в 337 социальных учреждениях и 237 зданиях жилого фонда Твери. Кстати, с наступлением холодного сезона поддержание работоспособности системы отопления для тех, кто имеет собственное газовое оборудование, тоже задача номер один. Поэтому специалисты рекомендуют перед долгой зимней эксплуатацией провести техническое обслуживание. Такую возможность предоставляет компания «Немецкое тепло». С этого года наша компания входит в государственный реестр жилищной инспекции Тверской области, прошла проверку в облгазе, и мы оказываем услуги не только по обслуживанию газовых котлов, а также берем на обслуживание газовые плиты, датчики утечки газа и загазованности. В Тверской области компания работает с 2008 года и занимается поставками, монтажом, обслуживанием, а также гарантийным и постгарантийным ремонтом котельного оборудования европейских брендов. ЖБ-122i в мощности 24 кВт с достаточно серьезным теплообменником по горячей воде выдает до 17 литров в минуту горячей воды. Котел конденсатный, нового поколения, сохраняет газ и экономит средства. Предыдущие версии были обычные атмосферные котлы, либо турбированные котлы. Здесь улучшенный теплообменник, то есть отбирается тепло уходящих дымовых газов. Из-за этого КПД расчетный 109%. Кроме того, котел подходит для любого помещения, независимо от его размера. Магазин компании «Немецкое тепло» находится по адресу Волоколамский проспект, 19/2. Можно обратиться в офис по адресу Александра Завидова, дом 14.